Всем привет! Это канал об Оксфорде, образовании и науке. И зрители канала попросили меня показать побольше Оксфорда. Но так как Оксфорд я и так уже достаточно много показывал в предыдущих видео, то я решил показать вам немножко Кембриджа. Дело в том, что в Кембридже, как и в Оксфорде, есть русское сообщество. И там тоже все серьезно, есть комитет, президент. Ну так вот, некоторые члены русского сообщества Оксфорда поехали в гости к своим друзьям в Кембридж. И друзья из Кембриджа радостно согласились показать нам этот чудесный город. Если попытаться сравнить Оксфорд и Кембридж, то, на мой взгляд, эти оба университета одинаково сильны. Но если обращаться назад к истории, то история образования Кембриджского университета такова. В определенный момент в Оксфорде возник конфликт довольно мощный между местными жителями и вот представителями Оксфордского университета. И, в общем-то, конфликт был достаточно серьезный, так что представители Оксфордского университета все убежали. Ну и вот они убежали в Кембридж, и там основали еще один университет, не менее сильный. Ну вот так он и появился. А в этом видео я хочу вам показать Клэр колледж, как вот мы вместе по нему гуляли. На мой взгляд, это очень-очень красивый колледж. Так что смотрите. А это еще один колледж. Клэр колледж. Сейчас нас будут пропускать. А этот колледж гораздо меньше, да? А, она тихо. Да, ну там экзамены. Ну, правда, сейчас, наверное, уже, конечно, после обеда не будет экзамен. Вот вход, через который мы вошли в колледж. Это собор колледжа. А вот там за этими воротами еще что-нибудь интересное будет. Тут парк колледжа. Студентки гуляют. Ухоженные английские садики. О, а это речка Кам. Вернее, Кэм. Народ катается на понтах. Азиаты прибывают сюда и на лодках, и на поездах. А вот там другой мост, это еще один колледж? Здесь городской, а за городским мостом Тринити колледж. А-а-а. Впечатляет. Ого, вот это панты тут, как автобусы. Thank you.
пытаются. Вот это, кстати, городской мост через речку Кэм. Туда могут все пройти. А вот здесь, на котором мы находимся, это мост колледжа. Клея колледжа. Выходим из Клея колледжа. Идем назад в город. Тоже везде велосипеды. Вот он, какой-нибудь профессор едет. И если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал об Оксфорде и ставьте лайк.